Фильмы со смыслом. В кинотеатре имени Гагарина прошло уже ставшее традиционным мероприятие по профилактике правонарушений. Гостями стали детские дворовые клубы, студенты колледжей и училищ, потому что показ фильма инспекторы по делам несовершеннолетних и сотрудники департамента уголовно-исполнительной системы организовали именно для подростков. Каждый из ребят смог задать свой вопрос и сделать соответствующие выводы. Подробности в сюжете. Полный зал, короткометражная документальная лента, повествующая о сложной и трагической судьбе малолетних преступников. Их рассуждения о смысле жизни, о том, что они совершили, и запоздалые раскаяния. Шокотерапия для зрителей, которые, кстати, сверстники самих героев фильма. У каждого из присутствующих в зале есть возможность выбрать другую дорогу. Цель нашего, значит, сегодняшнего мероприятия – это чтобы не допустить правонарушение со стороны учащихся. С этой целью также мы показали сегодня фильм именно по этой тематике. Также после этого просмотра фильма сейчас будет выступление, значит, со стороны города, обманов, инспекторов отдела по делам несовершеннолетних, также уголовно-исполнительной системы, то есть, которой мы представляемся. Также Ерлан Есеев рассказал, что на подобных мероприятиях они просто общаются с ребятами, узнают об их планах на жизнь. К примеру, о том, кто куда будет поступать после школы. А после проводят небольшую агитработу, приглашая молодежь пополнить ряды полицейских. Помочь в организации показа фильма инспекторам по делам несовершеннолетних взялись и сами работники кинотеатра. Совместно мы провели такое мероприятие для того, чтобы каким-то образом уберечь наших детей, нашу молодежь от необдуманных поступков, от тех проступков, которые они совершают. Почему это происходит? Когда мы готовили это мероприятие, меня очень волновал вопрос, почему у нас существуют детские колонии, почему у нас существует комиссия по делам несовершеннолетних. Хотелось бы найти ответы на эти вопросы, разъяснить молодежи их права и обязанности и каким-то образом уберечь их от проступков. Профилактика правонарушений в формате 5-минутных короткометражек продлится до конца ноября. Стражи порядка уверены, что многим подросткам увидеть этот фильм будет полезно. Бибигуль Таужанова, Нурлан Кунашев, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42.